Наш город становится все более благоустроенным. Давняя мечта жителей провести реконструкцию улицы Набережной начала воплощаться в жизнь. На Набережной начались работы по реализации первого этапа проекта «От моста до памятника Суворову». Однако до полного завершения и преображения всей улицы необходимо еще раз поддержать и второй этап реконструкции, приняв участие в голосовании. В прошлом году более 11 тысяч человек проголосовало за благоустройство улицы Набережной. Теперь нужно проявить не меньшую активность и проголосовать за второй этап реконструкции. Это участок от улицы Ленина до Комсомольской. На месте старой пристани появится амфитеатр с местами для отдыха в несколько ярусов и обзором на протоку. В районе Белой Ладьи планируется обустроить площадку в виде большой шахматной доски для игры на открытом воздухе. Поддержите завершение благоустройства городской набережной. С 15 апреля по 30 мая заходите на сайт 23.городсреда.ру. Выбирайте муниципальное образование Славянский район и голосуйте за выбранную вами территорию. Участвовать в голосовании можно с 14 лет.